Прокатиться с пользой для ума с начала сентября можно в самарских электричках по всей области. Теперь брать с собой бестселлер в дорогу не обязательно. Чтобы почитать книгу, нужно приложить свой гаджет к QR-коду, размещенному на стене в вагоне. И нужная книга русской или зарубежной классики, а также современных самарских авторов, окажется у пассажира в электронном виде. Почему бы и нет? Как бы и для старого, и для молодого поколения это достаточно полезно. Читать, в принципе, полезно. Но время скоротать. За час можно книжку прочитать. Было бы чудесно. Просветительская акция «Ехать и читать» стартовала по всей Самарской области. Услуга для пассажиров бесплатная. Плакетки с QR-кодами. Они размещены в каждом вагоне в количестве 4 штук. Всего у нас 132 вагона. Поэтому за 2 ночи мы все это разместили и готовы к запуску этой акции. Инициатором проекта выступила областная библиотека. Пока в электронном виде доступны порядка 200 книг. Скоро виртуальные полки пополнятся новой художественной литературой. Уникальной возможностью станет чтение книг именно самарских авторов. Мы сотрудничаем с Самарской областной писательской организацией, Самарской областной организацией молодых литераторов. И книжки очень хорошие, очень нужные, очень важные будут теперь доступны для такого электронного бесплатного чтения. Акция «Ехать и читать» призвана возрождать любовь самарцев к чтению художественной литературы в новом электронном формате, говорят представители областной библиотеки. Создавалась электронная библиотека на деньги нацпроекта «Культура». Министерство транспорта активно реализует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленные на всестороннее развитие транспортной инфраструктуры. Мы готовы поддерживать другие национальные и творческие акции, взаимодействие с Министерством культуры и другими ведомствами. Работаем ради жителей Самарской области. Главная цель нацпроекта заключается в улучшении жизни, качества наших граждан. Акция «Ехать и читать» затронет не только железную дорогу. Чуть позже постеры с QR-кодами для свободного скачивания книг в пути появятся в рейсовых междугородних автобусах и в залах продаж билетов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».